Всем приветики, секретики. И как вы видите, я только что проснулась. В общем, вы сейчас на моем канале Secret Talk. С вами я, Силия. И сегодня у нас выходит влог с моей поездки в лагерь. А точнее, вы в сегодняшнем видео сможете увидеть, как я поеду в аэропорт и как мы, в принципе, полетим. С какой командой, потому что из нашего именно города, из нашей страны, в принципе, прямо в наш аэропорт, самый центральный, приедет наша группа человек. У нас со страны выбрали только 4 человек в лагерь, вожатых. Одна из них я, поэтому нужно уже поскорее собираться, чтобы всех не подвести. О, я сейчас так хорошо, прям сладко вздремнула. Хочу еще поспать. Надеюсь, что все-таки удастся поспать. Просто у меня сегодня еще был институт, и нас там задержали, были сложные контрольные и так далее. В общем, вы все это прекрасно понимаете. Еще выгуливать реки в эти. Короче, ладно, давайте не будем на этом заострять внимание. Я не собираюсь есть дома, потому что у нас опять ничего нету. Мы с Лео просто едим, как будто, я не знаю, бегемота, что ли. Не хочу ни в коем случае оскорбить этих миленьких животных, но реально, как не в себя едим. Что такое? Вроде бы мы как следим за нашим питанием, и ничего не остается дома, что? Сейчас должен подойти Лео за мной, и мы с ним вместе поедем в аэропорт. А точнее, он уже должен был, по-моему, вызвать такси. Так что вот, в аэропорте, наверное, покушаю, либо там близко у нас есть одно кафе, туда зайду и поем. А сейчас мне нужно выбрать, что надеть, потому что на улице довольно прохладно, тем более к вечеру всегда холодает. Я думаю, что я надену свое пальто, поэтому переображаемся. Итак, ободок я беру с собой, надену его так. А, точно, я еще хотела надеть свой любимый берет для эстетичной фотки у аэропорта. Поэтому придется куда-нибудь деть этот прекрасный мой ободок, а точнее положить в чемодан. И опять хочу, ребята, плакать, что расстаюсь с Рикки и Бетти. Мы расстаемся на 2-3 недели, но мне все равно очень сильно грустно, потому что я по ним буду безумно скучать. Дайте мне минутку проплакаться, пожалуйста, я не смогу дальше поехать. Как раз-таки Лео, кажется, приехал на лифте. У него просто еще сегодня была работа. Привет, мой леопёрд. Ой, с такими словами я уйду обратно. Лео, стоять, никуда ты не уйдешь. Тебе что, реально не нравится? Реально не нравится. Ну ладно, ладно, все, больше никогда я тебя так не буду называть. Хотя все были не против. Кто все? Подписчики? Да уж, тяжелый случай. Короче, ладно, давай, бери свои вещи и поехали быстрее, а то такси уже давно приехало. А ты так не замерзнешь? Нет, мне так нормально было. Ну ладно, это ты как на зимовку оделась? Да конечно, у нас просто опять дождь льет целыми днями. Сейчас солнце выглянуло, поехали быстрее. Ты хоть собралась? Да, вроде бы ничего не забыла, поэтому можем ехать. Ну ладно, давай. Надеюсь, что я и вправду ничего не забыла, а то как обычно. Нет, Лео, ты серьезно думаешь, что это чему-то поможет? Да, обязательно. Зачем тебе 2 баскетбольных мяча? Объясни мне. Один какой-то стал слишком слабый, а другой запасной. Ой, можно было его и домой отнести. Ой, о, простите, Нецука, ничего. Ой, Нецука, привет. Привет, а вы что, съезжаете куда-то, что ли? Да нет, я просто в лагерь отъезжаю. В лагерь? Но у тебя же сейчас учеба, насколько я знаю. Меня от учебы в лагерь отправили. Вау. Ну тогда ладно, прикольно. В какой лагерь едешь? На Кипр. На Кипр? Обалдеть. Вот это лагеря у нас. Да-да, не то слово. А ты чё, как обычно, баскетбольные мячи гоняешь? Меня уже хотят исключить из команды, потому что я стал мало забивать и так далее. Стал плохим капитаном. Меня и так уже на другого подменили. Да уж, чё ты так, не расслабляйся. Твой звездный час всегда же. Да я как-то уже подустал, думаю, может уйти вообще из этого баскетбола. Зачем он мне нужен? Да нет, ты чего, Бьёрн? У тебя прекрасно все получается. Я не думаю, что это будет самое лучшее решение. Короче, ладно, мы поехали на такси уже быстрее. Ой, да-да, давайте. А ты... Удачной тебе поездки. Спасибо большое, Нецука. Буду скучать. А мы тоже будем скучать. А где ваша собака? Ой, мы ее у бабушки оставили. Захотели отдохнуть от нее. Отдохнуть? Ну, да. Ну, ладно, как скажете. Давайте, пока-пока.
Пока. Лео, беги, там уже Силия пошла в такси садиться. Ой, что, тебе Лео что-то посоветовал? О, молодец, прям с первого раза в кольцо попала. Но, может быть, с женой капитана? Этого, думаю, стоит, чтобы с первого раза попасть в кольцо. Единственное кафе, которое есть здесь в аэропорту. Ну что поделаешь, тебе нужно обязательно поесть, Силия. Я не хочу, чтобы ты летела голодная. Ну хорошо, Лео. Твоя забота меня очень успокаивает. А где официант? Думаю, сейчас подойдет. Так, звоночка никаких вроде бы нету, поэтому... Ну ладно, давай. Здравствуйте, что для вас? Здравствуйте, а можно, пожалуйста, для начала меню? Мы просто здесь... Ну, не впервые, конечно, но все же. Да, пожалуйста, возьмите. Угу, сейчас посмотрю, выберу. Лео, ты будешь что-нибудь? Да, я бы не отказался. Ну, давай. Так, я уже выбрала. Угу. Так, я тоже определился. Говорите. Дай мне меню. Давай я сначала скажу. А, давай. А мне, пожалуйста, курицу с жареной картошкой. Угу. Листьями салата. Угу. Вы точно запоминаете? Да, конечно. Я все запоминаю. Если хотите, то могу сделать вот так. Вырежем. Делаю надрез, что заказать. Потом мы можем его легко стереть этим ножом. Так, дальше еще что-то. Шаурма с креветками. Угу. Вам что? Так, можно салат из курицы, помидоров и с листьев салата. Еще что-нибудь? Шаурма с сосиской. Понятно. Напитки. Клубничный лимонад. Готово. Ожидайте свой заказ. Я уберу пока что грязные тарелочки. А вот эти, кстати, не грязные приборы кухонные, так что можете ими. Так, у нас новый заказ. Пожалуйста, ваша шаурма. Жареный картофель с куриной ножкой, соус еще вам пришел вдобавок. И вот ваш клубничный лимонад. Надо закупиться нам обычным лимонадом. Заканчивается. Пожалуйста, ваш салат и ваш лимонад. Все, приятного аппетита, счет... Давайте по карте. Фух, наконец-то я поем сегодня. Я, конечно, ела, но просто очень сильно хочу сейчас есть. Вау, ну а так-то здесь неплохо готовят. Именно такую шаурму я забыла уточнить, что там. Ну ладно. Сейчас попробую. Мне, правда, не нравится эта горчица, которая торчит. Вроде ничего так. Ну все, я все съела. Теперь надо будет ждать Лео, пока он поест. А он еще так долго ест. Я кожуря. Какой превосходный концерт, Лео, ты тоже заценил? Я ничего не знаю. Я оплачивал, пока вот тут концерты оценивали. Здесь можно бесплатно спеть. Давай споем. Лео, у тебя вообще-то вылет уже будет через 45 минут. Ешь быстрее. Ну ладно. Ну да неплохо, но... Мне кажется, все-таки недожаренная картошка. Соус, кстати, классный. Надо дома также сделать. Сейчас шаурму такую попробую с креветками. Ммм, очень необычно и вкусно тоже. Очень мне все понравилось. Пойдем. Ты так быстро даже поел. Наверное, на тебя подписчики реагируют. Да Силия, хватит. Так, ну все, наконец-то мы пришли. Мы уже на самом деле немного на 5 минут опоздали на нашу встречу, так что не будем задерживаться. Ну и ты, Лео, пошли по карте с нами. Тут еще должна быть Дженни. Ой, Дженни нету. Здравствуйте. Здрасте. Я Силия Грейс, и я должна лететь с вашей командой. Ага, Силия Грейс, да, помню такую. Хорошо, здравствуй. Очень приятно познакомиться, я Марина. Мариана. А, Мариана. По-разному ставят ударение, я думала, как тебе будет легче. Мариана, скорее. Силия, наконец-то здесь. О, Кейси, привет! Ну вот, ребята, теперь вы узнали, с кем я полечу в лагерь. Это будет Кейси. Да-да, ребята. Приветик. Привет, Лео. О, привет, Кейси, еще сегодня виделись. Ну да, недавно расстались только. А ты что, сразу с чемоданами пошла в университет? Нет, почему? Понятно. Так, у кого-то должна быть еще одна сестра, она тоже должна полететь с нами. У меня должна быть сестра, она сейчас должна подойти. Надо ей позвонить, а то, может, она вообще забыла. Алло, Дженни, привет. Привет, Силия. Ты где сейчас? Я подъезжаю, просто пробки очень сильные. Вы еще не на посадку не идете? Нет, мы еще не идем. Ты с мамой? Да, я с мамой. Хорошо, давайте как можно скорее, а то мы уже все собрались, ждем только вас. Да-да, хорошо, Силия, мы постараемся как можно быстрее, давай, пока. Пока. Сейчас они приедут, огромные пробки.
Ну, надо заранее выжить. Ну, ладно, давайте подождем. Быстрее бери рюкзак. Ой, привет всем. Привет, Силя. Привет, мамуль. Давно не виделись. Да, конечно. Привет, Силя. Привет, Джинни. Привет, Джинни. О, привет, Лео. Привет, Кейси. Привет. Мы с тобой вообще никогда не виделись. Ну да. Мне про тебя Силя много рассказывала. Да, она мне про тебя тоже. Здравствуй, Кейси. Здравствуйте. Здравствуйте. О, здравствуй, Лео. Потом с вами вместе поедем? Да, можешь к нам, кстати, в гости заехать. Майк с Афиной очень по тебе соскучились. Ну, давайте, так уж и быть. Мне все равно одному делать дома ничего. А Рики и Бетти ты куда оставишь? Никуда. Я буду с ними, просто съезжу в гости и вернусь. Ну, давай тут мне, смотри за ними. Чтобы не оставлял их одних. Так, у нас вся команда собралась. Да, теперь вся. Угу. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 человек, чудесно. Все, идем на регистрацию. Да уж, вот мы и пробочку создали. Забирайте. Дженни за мной. Не хотите забрать? Да. Так, здравствуйте. Билет и паспорт. Вещи, которые нужно в салон забирать с собой. Так, проходите. Паспорт и билет. Тоже проходите. Так, все оставили свой багаж. Мама, Лео, пока. Пока, Силия. Пока, Дженни. Пока. Пока, мамуль, я буду скучать. Я обязательно тоже буду скучать. Так, давай. Предметы сюда кладем. Остались две еще. Давайте подержу рюкзак. Угу, выходи. Проходим в зону ожидания. Зацените, кстати, Дженни теперь носит мой худи. Да, я сразу его заметила. Легендарное худи. Это точно. Осталось чуть-чуть подождать и уже пойдем. Кроп, ты где? Я тут. Садись. Это как укроп прямо. Надо же такое имя найти. Угу. У нас в классе есть мальчик Кроп. Его многие называют Клоп. Его фамилия Клоп. Обалдеть. Кроп Клопович? Угу. Трэш. Так, проходим на регистрацию еще раз, на проверку. Ты что так все быстро? Сидите спереди, мы сзади вас. Угу. Все, садись. Ты будешь сидеть вон с той девочкой. Видела, она приходила. Все, давай. Привет. Я Дженни. Очень приятно, Дженни. Меня зовут Лия. А еще у тебя скрытое окрашивание, как я вижу, волос. Тоже очень прикольно. Тебе очень идет к волосам. Спасибо, сразу столько комплиментов неожиданно. От чистого сердца? Ну, в смысле... Просто реально классно. У меня, кстати, такая же ветровка раньше была. Я Силия, это моя подруга Кейси. Она, правда, из другого университета, но мы с ней знакомы, так как я была раньше тоже в другом университете. Ну, в общем, вот. Нас тоже отправили. Так случайно получилось. А, меня тоже отправили с университета. На кого учишься? На программиста. Ого, классно. Меня отправили в честь моего, так скажем, заслуженного отдыха, так как я... Лучше всех училась. Уже так стемнело. Да-да, это точно. А еще знаешь, у нас был такой, скажи, очень угарный момент. Да я вообще его ненавижу. Силя, ты про тот? Да, про тот. Да нет, Силя, только не рассказывай. Ну, давайте я вам свой угарный момент расскажу. Давай-давай. Так рассказывай, как у тебя дела там? Можно я, пожалуйста, посплю? Мария Ивановна, хотя бы здесь. Ладно, спи. Третья Джинни вместе с Лией уснули. Угу, милашки. Ну и на этом, ребята, наш видеоролик подходит к концу. Надеюсь, он вам понравился и был хоть как-то интересным. Ну и увидимся с вами в следующей части, когда мы уже будем заселяться в лагерь, и я познакомлюсь со своим отрядом. А точнее, распределение у нас будет на следующий день, так как вы можете увидеть, что уже ночь. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Всем пока-пока, с вами была я, Силия, вы были на канале Secret Talk. Также с вами была еще Кейси, Джейн и многие другие персонажи. Пока-пока и до встречи в новом видео!